В Хабаровске завершился второй этап чемпионата края по зимним трековым автогонкам по снегу без шипов. В заездах приняли участие всего 10 местных гонщиков. Из-за ограниченного числа участников спортсмены дважды соревновались друг с другом на нескольких этапах. В общем, в зачете победу праздновал экипаж ЖБИ-4 имени Виталия Коновалова. На втором и третьем местах команды «Хабар Авторинг» и «Прайд Хабаровск». В личном зачете победителем стал Иван Фомичев, серебро у Алексея Вольфа. Замкнул тройку Антон Осиевский. Третий этап краевого чемпионата по трековым гонкам уже на льду пройдет 18 января на озере в окрестностях Переяславки.